Александр вышел. Только что был там. Я начинаю, я ж модератор. Да. Добрый день. Добрый день. Бонжур, Александр. Enchanté, Антон. Здравствуйте. Glad to see you. Начинаем. So, are you ready? Could we start? Yes, of course. Thank you. So, let us begin. Итак, начинается церемония онлайн-подписания соглашения о сотрудничестве между Донским государственным техническим университетом и компанией «Ленагора». Соглашение определяет основы сотрудничества и взаимодействия сторон в сфере цифровой трансформации агропромышленного и индустриального комплекса. Сегодня от Донского государственного технического университета на подписании присутствует ректор Бесарион Чухоевич Мески, ректор Донского государственного технического университета, советник губернатора Ростовской области Алексеев Антон Сергеевич, проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ Полушкин Олег Олегович и руководитель Центра управления проектами Южного НОЦ, это я, Ефременко Энесса Николаевна. Со стороны компании «Ленагора» президент компании «Ленагора» Запольский Александр. Для приветствия участников слово предоставляется ректору Донского государственного технического университета Месхи Бесарион Чухоевич. Добрый день, дорогие друзья. Я рад сегодня приветствовать вас на территории Донского гостеха университета. К сожалению, мы не можем сегодня встречаться в связи с тем, что есть особое положение у нас в России и в стране, в мире тоже. И надеюсь, что в любом случае наша встреча, которая проходит сегодня с нами на таком расстоянии, все равно дает возможность принимать те решения, которые мы запланировали с вами вместе. Я хотел бы несколько слов сказать о том, что Донской гостехуниверситет сегодня является опорным многопрофильным университетом региона, который доверил губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. И у нас есть сегодня возможность готовить и принять участие в подготовке документов и участие в конкурсе по научно-образовательному центру мирового уровня, которого мы вместе с вами готовили в нашем университете и принимаем участие в этом конкурсе. Этот конкурс очень сложный, там принимает участие больше 20 участников, так скажем, не регионов, но надеемся, что мы в любом случае займем там достойное место после проведения данного конкурса. А по агропромышленному комплексу Донской гостехуниверситет сегодня проводит огромную работу. Это умное сельское хозяйство, создание новых машин. Для Россельмаша мы готовим прототип тех машин, которые они сегодня производят. И думаю, что наше с вами сотрудничество сегодня в цифровом плане по агропромышленному комплексу даст очень новый толчок и новых решений, которые будут нами с вами сделаны. Я хотел бы еще раз поблагодарить наших коллег, которые сегодня подписывают с нами соглашение, и предложить, что мы готовы сегодня сотрудничать более близко с созданием научной школы на территории Донского государственного технического университета и кафедры, и создать образовательные направления, как образовательные, так и научные, и готовить кадры, бакалавриат, магистратуру, и аспирантура, и докторантура, которые необходимы у нас. Поэтому приглашаем вас близкому сотрудничеству сегодня на территории Донского гостехуниверситета, и после подписания, тем более, мы становимся с вами партнерами. Поэтому еще раз благодарю
благодарю за сотрудничество. И самое главное, конечно, это, что нам оказана высокая честь, высокое доверие от правительства Ростовской области работать сегодня и с вами тоже сотрудничать. Особую благодарность хочу Антону Сергеевичу сказать, моему младшему другу, который здесь присутствует. Это уникальный человек, да-да, я только хочу так показать. Это уникальный молодой человек, который, пусть он не обидится, что так говорю, что молодой, он действительно молодой. Вот. Про меня один сказал тоже, молодой человек, повернитесь, я с такой скоростью повернулся, думаю, все-таки еще молодой. А он молодой, он даже не поворачивается, потому что он знает, что действительно молодой. И поэтому я хочу его поблагодарить за сотрудничество, за великолепный ум, вот те мозги, которые у него есть, перспективный, современный, и который дает нам сегодня возможность вот с вами сегодня здесь подписать данные, конечно, соглашения. Спасибо, дорогой друг, спасибо всем, нашему проректору Олегу Олеговичу и Инессе Николаевне тоже, потому что за подготовку данной встречи. Для приветствия участников слово предоставляется президенту компании «Линогора» Запольскому Александру. Окей. Меня зовут Олег Запольский, я президент компании «Линогора». Я очень рад встретить вас. Я не очень хорошо говорю по-русски, so I'm going to speak in English if you don't mind. I'm very, very glad to be with you today. My family left Russia one century ago, close next to day, because they left at the end of November 1920 from Sebastopol. And my grandfather was a captain in Cossack Army, and he was died the 1st of December. And so for me, it's a very important date, 1st of December, and I'm very glad to have the possibility to sign this agreement between your university and my company, because first of all, I'm an entrepreneur. And as an entrepreneur, for me, it's my privilege to come back to my motherland, Russia, after one century, as an investor and as an entrepreneur. And specifically with this beautiful region of Rostov, because Diana, who is our GM, but he also someone very important for me because we share our life, comes from Rostov. And so my mother-in-law, my mama from Diana's side, lives there. So for me, Rostov, Caucasus, Crimea is, you know, a very important region according to my own history, my own family history. And I do want to be part of Rostov development. I think you have a very, very clever governor. He does a lot for Rostov region. He has a very clear view and a clear strategy for Rostov region. I know that Anton is a wonderful advisor of and counselor of the governor, and he does an amazing job. And it's really my privilege to know him and to consider you, Anton, as one of my best friends. And I know that we are going to do a lot for Rostov region. And I would like also to add that for me, it's very important to develop relationship with university. Why? Because the most important thing in digital company is about people. The difference between the good and the other companies are about skills and about people.
And personally, in Inagora, I put people first as the main important point. If you have the right people, you will get the right innovation, you will get the right solutions, the right softwares, and at the end of the day, you will get the right customers. And customers, they will choose the best companies related to their best people, their best team. And so I really want to develop this cooperation between, oh, I'm sorry, I need to have more lights. Let me do something. Немного диска. Let me do something, because I wanted to. Let it be some light. Da. I'm going to change something. It would be better like that. I wanted to have like a global. Let's have this camera. It will be better like that. 1 second. Сейчас мы будем очень большим. Okay, and let's have. Sorry for that, but let's use domotic. It will take just a few moments, and I think it will be better like that. So for me, it's very important to develop this cooperation between your university, Mr. Dean, and my company, Linagora Rus. It's already 5 people in Russia, and we plan to recruit 20 people very soon. Of course, in Moscow, but I would like to make Rostov our second DOMA. I mean, I want to invest in Rostov. I want to have a development team from Rostov. And I need you, Mr. Dean, and I need your professor to develop a cooperation between, I don't know why it's so dark. Because there are a lot of light in Lux. Okay, let's change in that case. Let's change like that. Please, Diana, come here. It will be better. We have some TV journalists here, so they will cut this video to make a clip. So there is no problem in changing the place. Okay. In changing position. That's great. Thank you for that. And I will give you contract. Oops. And so what we need, Mr. Dean, from your university and my company, what I want to do is I would like to develop cooperation into R&D. I want to do research and development on digital fields. And certainly you know, or I'm going to tell you, that we are part of the French-Russian Alliance for Digitalization, with the support of RSPP, with support of our national enterprises organization called MEDEF, and with the support of the Russian government and the French government. And one of our action plans into the FRAD, French-Russian Alliance for Digitalization, is to convince our two governments to put money into our common framework between Russian and French companies and universities. So we will get money for that, and we can have good funds for your R&D laboratories of development inside the university. The second thing that what I would like is to be able to welcome some interns and especially some PhDs from your university inside my company. There are a lot of this kind of cooperation in France. And for example, we work very closely with École Polytechnique, which is the main high school and university that we have in France. And we have a special share between École Polytechnique and Linagora. And I would like to develop the same with you. Last but not least, I propose that either Diana, because she can travel very easily to Rostov, and because of COVID, for the moment, it's difficult for me, but it will be, I think, possible very soon. But we can propose to you to receive like masterclass from Diana, who is a wonderful entrepreneur, or myself,
when you want. It would be my honor to come and to meet your students and to explain them how it is important today to invest in digital skills, and especially in what I call good tech. Good tech is open source and ethical technologies. And for me, open source is eating not only the software world, but open source is eating the world. And tomorrow, agriculture will be open source. Industry will be open source, not only softwares. And what I can propose to you, with the support of Governor of Rostov Region, with, of course, the help of Anton, and with you, your university, is to make Rostov as a complete living labs and to test these new solutions, new innovations about how we can develop the future in a good way to have a maximum positive impact for people, for society, and for the planet. Let's do that together. I know that I can't say that, but let's say it. Давай. Let's do it together. Давайте делать вместе. Да, it's correct. Конечно. Спасибо большое. Спасибо. Благодарим вас, Александр. И слово предоставляется советнику губернатора Ростовской области Алексееву Антону Сергеевичу, другу и ректора Донского государственного технического университета и президента компании «Ленагора». Dear Alexander, we are glad to hear you in this complex conditions. Still, it is honor for us to sign this agreement to make our both parties more efficient in achieving new digital era goals. And thanks to your time and your involvement, we are ready to go forward together to create something bigger, something new, and to achieve everything in digital worlds that could be imagined. I will go in Russian for some minutes. Александр, очень признательны за вашу возможность присоединиться к сотрудничеству Южного научно-образовательного центра в лице координатора этой работы Донского государственного технического университета. Сегодня при поддержке правительства Ростовской области, непосредственно участие губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, Бессарионовича Ивановича Месли, ректора Донского государственного технического университета, мы формируем новые заделы для того, чтобы стать территорией цифры. Real territory of digital improvement and efficient work. Мы действительно хотим сегодня создать внутри региона цифровую вертикаль, которая состоит из профильного министерства цифрового развития, из так называемого системного интегратора центра цифровой трансформации, который можно охарактеризовать как аналог сингапурского GovTech. Это для нас амбициозная цель, которую мы хотим реализовать в как можно более короткие сроки, и всячески сегодня идем к этому. Сегодня действительно благодаря федеральной поддержке, институтам развития и таким открытым компаниям, как «Ленагора», эта цель, на мой взгляд, может быть достижима. И начав с образовательной компоненты, как уже было предложено по кафедре «Ленагора», образовательным программам бакалавриата, магистратуры, я думаю, что мы сможем подготовить тех специалистов, которые способны сформировать образ будущего. Поэтому, предваряя новое сотрудничество, хочется пожелать нам всем удачи и поблагодарить еще раз вас за столь высокое доверие. Спасибо. Thank you very much. Прошу стороны подписать соглашение. Make,
Everything is real and signing is in real time YouTube. We'll exchange these papers as soon as possible when COVID times will end or regulations will be a little bit tougher. So we have signed. Соглашение подписано. Contract. Мы рады, что на международной арене у нас есть такой уверенный проводник, как компания Linagora, который готов к взаимодействию, привлечению европейских компаний и организаций для развития совместных проектов с Донским государственным техническим университетом. Мы надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство. Благодарю. Я, можно, дополню один момент. Я хочу вернуться от того, что Александр сказал. Мы готовы, вот после подписания нашего соглашения, в ближайшие дни до конца этого года с вами в рабочем порядке обсудить вопросы о создании именно совместной такой кафедры, совместного центра образовательного, который перерастет потом такой крупный, наверное, учебное подразделение нашего университета, который даст возможности в перспективе стать как раз центром, объединяющим таким центром цифровой трансформации по агропромышленному комплексу, агропромышленному направлению. Я всех приветствую. От себя добавлю уже на русском. Мы готовы. Спасибо вам большое за ваше предложение, чтобы не откладывать и приступить к реальным действиям. Я большую часть времени провожу в Москве, курирую этот проект, и мы готовы с Антоном Сергеевичем приступить в ближайшее время уже к обсуждению шагов, которые мы должны будем сделать для того, чтобы все взлетело. Мы вас ждем в Ростове. Мы вас ждем в Ростове. Я недавно была, видела Антона Сергеевича и в ближайшее время вернусь. Ну, конечно, я же сказал, вы к молодым парням пошли, чтобы увидеться. Увидьте старого ректора тоже, ничего страшного. С превеликим удовольствием. Я думаю, что в декабре, в январе я там буду. Ждем вас. Ждем. Добро пожаловать. Еще раз спасибо. Удачи. Спасибо большое. Всем хорошего. До свидания. До свидания. See you soon, Mr. Dean. I will come to visit you in June for the COSAC events. Мы приедем на День рыбака в июне. Это не... Вырежите это, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Всего доброго.